Всем здоров, народ, с вами Хася. К нам наконец-таки, а может и не наконец-таки, вернулись контейнеры с гарантированной наградой. А если вы не знаете, что это такое, то есть это контейнер, в котором 100% тебе выпадет танк. А это, конечно, прекрасно, но цена, конечно, кусается. А я сегодня куплю 4 контейнера за 3000 рублей, это 5, 6, 7, 8 уровень. Вроде бы, как бы, конечно, не очень, но тема в том, что если ты получаешь танк, который у тебя уже есть, ты получаешь еще один контейнер, только уровнем выше. И так до 10 уровня можно дойти. Погнали! По-моему, около 2 месяцев назад я открывал уже такие контейнеры, и мне там такая жесть выпала. То есть, ну, выпали танки все, которых у меня нет. И ничего нормального не выпало. Посмотрим, что сегодня будет. Танков у меня стало побольше, поэтому вариантов получить такой же самый танк и получить еще один контейнер стало больше. Вот эта тема хорошая. Брать я, конечно же, буду через Huawei, через АПП-галерею, потому что там и цены ниже, и кэшбэк 50%. А вы представляете, что такое кэшбэк 1500 рублей? Итак, 4 контейнера здесь стоят 2923 рубля. Вы, если играете через Microsoft Store, через Steam, через обычный клиент, у вас там наверняка 1300-400, то есть 3300-3400. Здесь видите 2900. Берем. С 3000 рублей я получу 1500 кэшбэка. Если вы не знаете, что это такое, инструкция есть в описании. Да, вы можете сказать, что это реклама, это она и есть. Но, блин, я в любом случае покупал бы через Huawei. Я же дурак, что ли, покупать не через Huawei. Работает, кстати, для всех андроидов, поэтому чекайте описание. Осталось, кстати, 5 дней. 5 дней работы осталось, потом все. Потом будет, не будет кэшбэк. Да, сразу получаем 1461 монету. Нет, я не буду ничего больше покупать, потому что это плохая тема. Я возьму, могу сейчас еще на 1500 взять еще 2 контейнера, 5 и 6, либо 7. Да даже 8 могу взять, да? Нет, я этого не буду делать, потому что это, блин, ну это жопа. Все, возвращаемся на комп, полетели. Мы в игре. У меня плохие предчувствия, но я надеюсь, что они меня обманывают. Просто охренеть, как много танков, то есть здесь получить что-то... О, сколько 8, вы понимаете? Чтобы получить контейнер на 9, мне нужно... Охренеть, какая большая удача. У меня довольно-таки много прям 8, но ну, не столько, даже не близко, не столько. Ладно, давайте начнем с 5. А он у меня есть. Или я продал его, я не помню. Да, мне дали 2 контейнер с 6. Ну, блядь, хоть что-то. Мне, кстати, компенсацию вообще не дают, получается, правильно? Да, не дают компенсацию абсолютно. Но я не против. Было бы неплохо, если бы я сейчас 6 получил еще 1 7. С 7 получил еще 1 8. И так взял бы 2 10 сразу и все. Ладно, давай 6. 6 у меня вроде немного. Ну, кровь, да, у меня есть! Да, 2 7 у меня теперь есть. Балдеж. Вот такого дерьма у меня нет. Такого рожна у меня нет, к сожалению. Так, теперь у меня осталось 2 7 и 1 8. На 7 у меня много танков, кстати, есть, по-моему. Ну вот концепта нет, гуся нет, а Т-15 нет. Хотя да, что-то я... Мне нужна 8. Это нормальный танк, ну блин, мне не нужен просто. Е-25 хороший, прикольный танк, интересный. На котором я, конечно же, не буду играть, потому что это ПТ. А я переживаю. Вы переживаете? Если переживаете, поставьте лайк, пожалуйста. Ладно, давай. О, вообще прикол. Ликан. Ну, это прикольно, это прикольно. Базару нет. Жалко, что он у меня не существовал в ангаре до этого. Но зато я не потел в ивент. Вы понимаете, да? Ну, это прикольно. Это прикольно. Так, остался последний 8. У меня 8, кстати, я говорил, что много, да? Ну, то есть, в принципе, там... Ну, не прям много, ладно, я думал, что побольше. Но тут танков просто охренеть как много. Давай, блядь, со 6, пожалуйста. И со 5, что-нибудь такое дай. Да, ну ты нахрен он мне нужен? Да не, ну, блядь.
Я уже, конечно, сейчас немножко зажираюсь, так скажем, на самом деле. Я хотел просто девятку. На девятке очень большой шанс проскочить на десятку, потому что у меня есть девятки. Две девятки. И там, по-моему, на девятках тоже. Там, что там еще? К-91. Что там еще? Т-55А. То есть 50 на 50. Может, что-то пропустил. Ну, по сути, за 2000 плюс за 2900 плюс 1500 я верну. То есть, ну, давайте ну, грубо посчитаем, что за 1500. За 1500 рублей я получил вот это рожно. Е25. Ликан. Бля, красиво, падла. И Ис-3-защитник. Ну, это, блин, это неплохо, конечно, на самом деле. Но чисто для коллекции, то вполне себе даже. Ну вот вы напишите в комментарии, как по-вашему, это нормально за такие деньги или нет. Без кэшбэка я бы ну, чуть-чуть больше расстроился. Ну просто тут из всех танков я скорее всего играл бы, ну может быть чуть-чуть на защитник и на ликане. Все, Дикер Макс никогда в жизни и Е25 просто да, по фану выкатить один раз в месяц может быть. И все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Плакать не буду. В принципе, это, ну, неплохо было. Все, я пошел. Подписочка, колокольчик. Пыки!